Картину мира этой эпохи построил Исаак Ньютон. По Ньютону бесконечное пространство заполнено разными, имеющими массу телами, звездами, планетами и так далее. Все они испытывают притяжение со стороны всех других тел. Это знаменитый Ньютонов закон всемирного тяготения. Под действием этого тяготения они и движутся по своим орбитам. И так было всегда. Вселенная устойчива и выглядит приблизительно одинаково в разные эпохи. Мощность телескопов росла, астрономы могли наблюдать все более и более слабые объекты. Уильям Герши поставил себе вопрос, что представляет собой звездная система, в которой находимся мы с нашим Солнцем. Он стал подсчитывать число слабых звезд в разных направлениях от Солнца. Оказалось, что наша звездная система имеет форму диска, и Млечный Путь – это как раз проекция плоскости этого диска на небесную сферу, в которой количество звезд максимально. Сама система получила название галактики. Кёнигсбергский философ Иммануил Кант, вовсе не чуждый вопросом естествознания, обратил внимание на то, что если бы смотреть на этот диск со стороны, он казался бы кругом, или овалом, или черточкой на небе, в зависимости от того, под каким углом мы на него смотрим. Но ведь именно такую форму имеют те туманности, которые астрономы видят в свои телескопы. Значит, это тоже галактики, звездные системы, видимые на небе Земли. Не нужно доказать, что в них имеются отдельные звезды, а сделать это при помощи современных Канту телескопов было невозможно. Лишь в 20 веке знаменитый американский астроном Эдвин Хаббл при помощи самого мощного в то время телескопа обсерватории Маунт-Вилсон сумел разложить на звезды внешние участки туманности Андромеды. С тех пор у астрономов нет сомнений в том, что многочисленные галактики, наблюдаемые в телескопы, состоят в основном из звезд. Конечно, в них имеется и межзвездный газ, и межзвездная пыль, как и в нашей галактике. Последовали открытия новых и новых галактик, и выяснилось, что большинство из них объединены в скопления. Фундаментальные открытия физики 20 века произвели в астрономической картине мира настоящую революцию. Все оказалось не так просто, как в нарисованной Ньютоном картине. Прежде всего, пространство и время оказались свойствами самой материи, и без нее они не существуют. Если из Вселенной Ньютона удалить все материальные тела, останется бесконечный пустой ящик, в котором можно представить себе три взаимно перпендикулярные оси. По представлениям, развитым Альбертом Эйнштейном, пространство и время – суть свойства материи, и без нее они не существуют. Так что, хотя математический аппарат теории Ньютона и представляет собой приближение теории Эйнштейна, общая картина мира меняется радикально. Теория относительности Эйнштейна, перевернувшая представление о картине мира, сейчас имеет точные наблюдательные подтверждения. В представлениях людей об устройстве Вселенной произошли новые изменения, и, возможно, не последние. Тем и характерен процесс познания, что он неуклонно движется вперед, и все вчерашние представления воспринимаются нами только как этап на пути познания мира. Это, конечно, не означает, что следует приветствовать все смелые спекуляции, выдвигаемые более в рекламных, чем в серьезных научных целях. Характерной особенностью современной научной картины мира является представление об изменчивости этой картины в настоящем, прошлом и будущем. Вселенная постоянно меняется, и если представление о том, как она выглядела в прошлом, мы на основании современного его состояния можем себе представить с определенной долей вероятности, то для суждения о ее будущем нам пока еще не хватает данных. Именно астрономия дает сведения о тех следах, которые оставили в нашей Вселенной давно минувшие процессы. Именно она позволяет увидеть уникальные объекты, проливающие свет на механизмы развития материального мира. Как бы ни относиться к значению астрономии для нашего ежедневного существования, именно она ведет нас к пониманию того огромного мира, в котором существует человек.